связи с начатой Соединенными Штатами Америки при поддержке ряда других стран операцией по нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, российская сторона напоминает, что подобные действия могут осуществляться исключительно в рамках международного права. Это предполагает не формальное одностороннее уведомление об ударах, а наличие четко выраженного согласия правительства Сирии либо принятие соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Принципиальная позиция России по данному вопросу была подтверждена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе его телефонного разговора 22 сентября с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Борьба с терроризмом на Ближнем Востоке и севере Африки требует скоординированных усилий всего мирового сообщества под эгидой ООН. Попытки же решать собственные геополитические задачи, нарушая суверенитет государств региона, лишь усиливают напряженность и еще больше дестабилизируют ситуацию. В Москве неоднократно предупреждали, что инициаторы односторонних силовых сценариев несут всю международно-правовую ответственность за их последствия.